Прямой диалог помогает наладить прочную связь между чаяниями жителей нашего района и соответствующими властными структурами. Поэтому форум «Управдом» давно уже стал регулярным, и двери его открыты для всех желающих. У меня очень много вопросов по своей управляющей компании. Мы хотим создать совет, мы приблизительно понимаем, как это сделать. В зале равнодушных слушателей нет. Да и возможно ли это на подобном мероприятии? Ведь тема ЖКХ всегда на острие и касается каждого, у кого есть крыша над головой. Слушаем, что тут будет интересного. Может, какие-то новшества будут, какие-то изменения, может, как-то как можно сэкономить на чем-то. Для таких людей, как я, которые не обладают определенными профессиональными знаниями в этой области, то, что мы получаем знания здесь, общение, это очень для нас полезно. Первый вопрос, вынесенный на повестку форума – создание советов многоквартирных домов. Юристы рассказали жителям о процедуре создания подобных советов и, главное, какая от них практическая польза. При наличии совета в многоквартирном доме со стороны собственников появляется рычаг управления своим общим имуществом. То есть это появляется возможность более эффективного взаимодействия с управляющей компанией. Польза от советов многоквартирных домов очевидна, а процедура создания проста. Для этого нужно провести собрание собственников квартир дома и путем голосования выбрать инициативную группу, которая и будет отстаивать интересы жильцов. Перед собравшимися выступали те, кто уже преуспел в этом деле. Хочу поделиться опытом создания совета дома и предупредить о трудностях, с какими, возможно, придется столкнуться и вам, кто собирается в своем доме организовать совет дома. Как известно, лучше всего вопросы решаются в процессе прямого диалога двух сторон. Неудивительно, что порой дискуссия достигает высокого градуса. Просто тема слишком уж актуальная и животрепещущая. Вместо того, чтобы обвинять управляющие компании, что они такие рвачи, что они там пользуются нашими деньгами и так далее, должно быть больше разъяснительной работы, больше пояснений, и чтобы люди знали о том, как им начисляется вода, как им начисляется отопление. Почему нужно проверять счетчики? Для налаживания взаимопонимания сторон и существует форум. О месте и времени проведения следующего можно узнать на сайте администрации Ленинского района. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.